Не первый бой, уже не так страшно. Сегодня более 7 тысяч кубанских 11-классников сдавали единый государственный экзамен по физике и литературе. ЕГЭ прошел, как и всегда, в строгом соответствии с регламентом. Но на этот раз волновались больше организаторы. Почему? Смотрите в следующем материале. Их уже ничем не напугаешь. Они спокойно предъявляют паспорт на входе в пункт проведения экзамена. И, кажется, даже не замечают заглушки мобильной связи, камеры видеонаблюдения и металлодетектор. Выпускники понимают, в таких условиях количество баллов зависит только от собственных знаний. С волнением справляются все по-разному. We look for love, no time for tears. Wasted water, what there is, it no makes no flowers grow. Отличные песни очень помогают, чтобы справиться со стрессом на экзамене. Школьники чувствуют себя уверенно еще и потому, что физику и литературу они выбрали сами. Результаты этих экзаменов им помогут поступить в вуз мечты. Физика второй по популярности предмет по выбору. Более 5300 человек сдает. Каждый из ребят будет иметь возможность простроить свой образовательный маршрут, сдав экзамен на наиболее высокое количество баллов. Под пристальным вниманием сегодня оказались и организаторы экзамена. На Кубань приехал федеральный эксперт. В его задачи входит полный контроль процедуры сдачи ЕГЭ. От регистрации выпускников до сканирования ответов. Работают профессионалы и в центре обработки информации, и на пунктах проведения экзамена. И это пятый регион, который я посещаю в качестве эксперта. И здесь я увидел много нового, много различных инновационных подходов, которые, конечно, должны быть транслированы, тиражированы и рекомендованы для использования в других субъектах федерации. В эту пятницу пройдет обязательный экзамен по русскому языку. Его будут сдавать все 23 тысячи кубанских выпускников 11 классов. От его результатов зависит получение аттестата. Поэтому петь некоторым школьникам придется еще громче.